нормальная прическа, да? Великолепная. Ну, сегодня совместная тренировка, посвященная 8 марта, и в связи с тем, что будут длинные выходные, мы решили объединить, поработать немножко и в кимоно, и без кимоно, побороться, поработать различные техники. Михаил Андреевский – это управляющий клуба Академия боевых искусств. Также он преподает в зале. Он меня смутил. Он браун белт, имеет право. Михаил Андреевский, пурпурный пояс, бразильское джиу-джитсу, находится в команде Team Moreira. Достаточно интересные вещи сюда показывает и плотно сотрудничает с командой, дружит с командой Adaptive Team. Ты почему сама сейчас не занимаешься? Потому что я сегодня вступаю в роль тренера, но так как есть один тренер, зачем мне туда лезть? Не, а заниматься? Сейчас позанимаюсь немножко, посмотрю. Пошли свип делать. Пошли. Те, кому страшно, начинаем чуть пониже, с цокольного этажа, так скажем. Красавчик, Тёма, вот видишь, а пришел бы первый день, страшно было. Моя нога, которая свободна, она должна лечь на лопатки к оппоненту. Бум. И теперь нога нижняя, как качель. Хлоп. Закрываем крест. Варианты развития событий. Ручку перенесли, сместили в треугольник. С треугольника на руку. По парам. Moreira Fighters, мы идем от белокрасного пояса Джо Moreira. Мы единственные представители, я и мой младший брат. Я пурпурный пояс, мой младший брат синий. И вот мы совместно с Академией боевых искусств, которая первая точка у нас находится в Калининграде, мы решили открыть Академию в Москве. И вот здесь вот мы, так скажем, захватили останки на ВДНХ. Вот ученики благодарные подходят. Куприна Ирина Валерьевна у нас взяла оборону в ГИ. Я, по большей части, на ЛГИ грэплинг. И предпочитаю грэплинг на Арабской Федерации, где СИГИ разрешены самые мои любимые болевые на ноги. В гости приглашаем всех. Рады будем видеть в наших стенах. И очень хотелось бы видеть как можно больше друзей. Завести новых друзей и старых друзей видеть в наших стенах. И поэтому хотелось бы всех пригласить. Если уж не тренироваться, так просто хотя бы в гости заехать. У нас офигенная кофе внизу, на самом деле. Поэтому... И посадили с говядиной еще. Круто. Будем дружить? Обязательно.